Смотрите, ребята, вот это не нужно разрушать, это муравейник. Обалдеть сколько. Это, я так понял, самки, что ли? Или кто это, я не знаю. Летучие муравьи. Так, ну что, друзья мои, какой-то сигнал, смотрите, и он округлый. Блин, вот у меня что-то такое ощущение, похоже на каску. Обалдеть, может котелок. Но сейчас буду, сейчас на паузу нажму, буду снимать. Обалдеть. Так, ребятки, ну вот, смотрите, выкопал такую тему. Но это мне что-то кажется, что это с полевой кухни крышка. Глубоко было, обалдеть. И вот, смотрите, находочка, класс. Сейчас буду рыть там дальше, может это мусорка какая-то. Вот это старая бутылка. Так, друзья мои, вот гильзачей еще накопал. Пятак вот такой. 87-й и 20 копеечек. Вот такой хабарчик. Так, ну что, понеслась дальше. Так, ребятки, смотрите. Вот эта яма вся опять возле дороги. Обалдеть. И еще целый настрел немецких гильз. Тут есть и трассер, и чего тут только нет. Смотрите, что творится. Обалдеть. Давно я столько гильзачей не поднимал. Надо их пересмотреть, все клейма, потому что могут быть реально редкие здесь. Особенно меня интересует СС. Обалдеть. Это, поверьте, лучше монет, ребята. Потому что вообще, Жорик вообще застыл в шоке. Говорит, батя, достал ты копать уже. Достал ты уже, копаешь и роешь этих фрицев. Гот ми унс, Жорик, гот ми унс, Бог с нами. Иди сюда, Жорик, лапкой перекрести гильзачи. Посмотрите, сколько, ребята. Обалдеть. Вот это клад. Настоящий клад. Иди сюда, Рожа. Жора, на тебе гильзу. Ты нашел их? На, немецкую гильзу дарю тебе. Георгий. Георгий. Так, друзья, ну что, вот такой клад немецких гильз. Смотрите, это все благодаря Жоре. Обалдеть, класс. Вот это настрел тут какой-то был. Класс. Вот, смотрите, возле дороги все перелопатил. Я сейчас буду ямы зарывать. Посмотрите, что творится. Вот на это я потратил где-то минут 20, наверное. А вот дорога идет старая. Что ты? Что ты, фраерочек? Фраерочек! Вот эта дорожка. Ну все, мои хорошие, пошла массовка. Так, друзья, ну вот попались две монетки. Одна царская такая, урайканая. 2 копеечки 82-го. И, ну у меня еще там в кармане целый погодовка гильзы немецкие. 3/4, 5, 6, 7, 8, 40 у меня есть. Обалдеть вообще, посмотрите, класс. Просто мега-мега классно. Ребятки, смотрите, что попалось. Вот такой царский, не знаю, что это еще такое. Полтавская какая-то или что-то, рассмотрю дома. Николаевская монетка. Вот и советики, класс. Вот вам старая дорога. Обалдеть. Очень красиво. Очень. И вот реально под занавес уже темнеет. Так, друзья, не успел заснять это все в лесу. Вот еще партия. Ну, обычные монетки. Ничего тут такого крутого нет. Пятнашечка еще попалась. Трояк или пятерка, двушка, двадцатка. Ну, в общем, вот как-то так. Но находочки есть, и они есть постоянно. Это радует.